Согласно документам, отчет начинается на вторые сутки пребывания. За этот и каждый последующий день отдыхающий, если он не прописан в Краснодарском крае, должен будет перечислить в бюджет по 10 рублей. Это тестовый режим, который позволит наладить саму систему сбора. Все полученные деньги будут направлены на развитие пляжей, скверов, парков, другой значимой общественной инфраструктуры. Контролировать эффективность расходования средств будут общественники. По предварительным расчетам, в первый год эксперимента планируется поступление порядка 13,5 миллионов рублей на развитие курортной инфраструктуры. На территории Анапы в качестве объекта курортной инфраструктуры, подлежащего реконструкции и модернизации, предложена центральная набережная, которая реконструировалась последний раз 15 лет назад, в 2003 году.